Здравствуйте! Сегодня мы хотим вам показать, как самому приготовить голубые розы. Вот нам нужно сегодня будет приготовить голубые розы на заказ. И для этого у нас нет их в наличии, готовых, купленных. Нам нужно приготовить их самим. Для этого мы используем обычные аэрозоли, которые специально изготовлены для цветов. Они не токсичны для цветов и не нарушают структуру лепестков и никаким образом не портят розу. Это вы можете использовать разных оттенков аэрозоль, то есть для более темных роз можно использовать более темную аэрозоль. Если вам нужны светло-голубые розы, то вы можете использовать более светлую аэрозоль. Для этого нам нужны просто взять белые розы. Предварительно желательно, чтобы розы были хотя бы немножко приоткрыты. И это можно сделать заранее, поставив их в теплую воду, maybe за ночь, или же можно просто руками аккуратненько самому открыть розы для того, чтобы спрей проник глубже, аэрозоль проник глубже и розы окрасились немножко лучше. Мы сегодня будем использовать более темный спрей. Он, конечно, не токсичный, но желательно это делать или в маске, или же на свежем воздухе, на открытом воздухе. Вот нам нужно приготовить 12 роз. Мы сейчас пойдем на улицу и приготовим эти розы.